Адамчик в работе. Вот так отображается режим тюнера. Тюнер включается вот этими двумя кнопками. Если у вас мигает вот так вот все, это означает режим Stage включен, и вы не можете поменять настройки. Ничего не работает. Чтобы его отключить, нужно зажать эти кнопки. Теперь у нас ничего не мигает, и можно поменять настройки. Но также нажатием одной кнопки вернуть все как было. Потом сделать режим Stage и больше ничего не ломать. А педаль выключается вот этими двумя кнопками. Оп, и все. Но чтобы включить ее, достаточно нажать только одну, любую. И также с тюнером. Если мы нажимаем 2 и включается тюнер, то чтобы его отключить, мы можем нажать любую, и включится последний пресет, который был